Привет, зрители и подписчики канала. Хочу вам сегодня рассказать о кемпере от компании Falcat из города Минска. Собран он на шасси Fiat Ducato. Реально большая, вместительная получилась машина. Два места в алькове, два спальных места в основной спальне. И плюс еще дополнительные детские места на сиденьях обеденной группы. То есть фактически можно говорить о такой виртуальной вместительности в 6 человек. Когда я впервые увидел эту машину, да, я сказал, вау, какой он большой. Вот такой вот интерьер у нее, достаточно много применено проверенных компонентов от фирмы Dometic. Кухня, туалет, душ, все необходимые атрибуты присутствуют. Трудилось над проектированием и изготовлением небольшое количество людей. Это один инженер-дизайнер, и буквально в сборке участвовало 4-5 слесарей. То есть компания Falcat — это небольшое само по себе предприятие. И в настоящее время вот эта машина создана в единственном экземпляре. Она прошла все необходимые сертификационные испытания, но есть один существенный минус. Она была сертифицирована от категории C.